Hey guys, с вами Лиза Найс. Привет, ребята, сейчас вы находитесь на моем канале, и я сегодня снимаю нереально крутое видео, я такие смотреть просто обожаю. Сегодня я снимаю продолжение песни в реальной жизни. Когда-то я их снимала, но это было очень давно, поэтому я решила возобновить вот эту рубрику видео. Если вы не знаете, что это за формат, вы по сути все поймете сами. А я напоминаю, что я выкладываю видео каждый день, поэтому подписывайся на мой канал и нажимай на колокольчик, чтобы не пропускать мои видосики. Также у меня есть Инстаграм, подписывайся. Ссылка будет в описании. Сегодня будет просто бомбезный ролик. Я очень сильно старалась. И надеюсь, вы оцените лайком, потому что я думаю, что это достойно вашего лайка. Погнали, будет очень классно и интересно. Поэтому досмотри до конца. Лизунечка, ты что, опять в телефоне? Сколько уже можно просто не замечать меня? И я уже не знаю, чем же занять себя. Может, хватит втыкать телефон? Втыкать телефон, втыкать телефон. Может, хватит втыкать телефон? Новый день, и я опять невыносим. Можешь продолжить нести чушь, легче не станет никому. Что же ты, девочка моя, делаешь с собой? Я под паролем, неправильный логин. Остынь, не будем нарушать друг друга пространство. Давай не будешь на мне-то срываться. Поняла, что ты сказала вообще? Или мне это послышалось? Зацепила меня. Ты знаешь, против кого ты показал клыки? Да ладно. Кто там сказал на мамку падло? Кому жить на бредло? Зара ляжет на дно. Первый контакт делаю вперед. Шаг поднят мой кулак, если нападает враг. А дальше что-то пошло не так. Стало, сука, не И на дима нервода. Прости, мула, но мне надоело. Улети и не вспоминай меня. 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 Как же подойти и что сказать? Ведь извиняться поздно. Извиняться поздно. Мне кажется, что кружится моя голова. Мой мармеладный, я не права. Я вымахаю змеи, hey! Я потягну вас за язык, uh-huh! Любимая куколка. А, Дорь, помнишь, что пора в школу собираться? Зачем мне эта школа? Я блогер. Я блогер. Я не сдаю ЕГЭ. Мне пофиг. Мне пофиг. Зачем мне эта школа? Я блогер. Я блогер. Хочу я стать бомжом в итоге. Нет уж, мама, я буду блогером. Это битва за место под солнцем, право быть первым. Чё меня бесит таких, так это вера в успех. Малый повзрослел. Может, просто
Если хочешь, я могу тебе помочь. Когда ослабился родительский авторитет, когда сделал выводы верные, правда не те, когда можешь поверить всякой больной ерунде. Тогда сочиняй мечты. Есть миллионы шансов, что скоро будет все сбываться. Сочиняй мечты. Есть миллионы шансов, что скоро будет все сбываться. Тогда сочиняй мечты. Есть миллионы шансов, что скоро будет все сбываться. Сочиняй мечты. Пусть кровь и пот, с надеждой стремишься к цели. Пусть кровь и пот, с оценкой в себе уверен. Пусть труд и боль, как ледокол ломаешь льдины. Пусть труд и боль, как альпинист идешь к вершине. Пусть кровь и пот, своей судьбе кидаешь вызов. Пусть кровь и пот, в характере без компромиссов. Пусть труд и боль, стоишь на пьедестале первым. Ребята, а мы точно знаем, что вам понравилось это видео. Да, поэтому ставьте лайки, мы реально очень сильно старались, очень искали сильно. Просто... Какие песни вам понравились? Поэтому да. Ставьте лайки, подписывайтесь обязательно на Лизочкин канал и нажимайте на колокольчик. Чтобы не пропустить мои новые видео, потому что они выходят каждый день. Всех-всех сильно любим, всем хорошего дня. Хорошей недели. Хорошего месяца и хорошего лета! Всех люблю. Пока.